Кроме того, на форуме Сибирский госуниверситет имени Решетнева и компания МТС подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Одно из первых направлений совместной работы – внедрение технологий интернет-вещей. На базе вуза будет сформирована лаборатория. Ее оснастят оборудованием для разработки перспективных систем связи. И в компании, и в университете надеются, что современное устройство для передачи данных, над которыми будут работать в вузе, можно будет применять в самых разных сферах, не только в промышленности, но и в повседневной жизни. Благодаря соглашению самые успешные студенты смогут пройти стажировку в МТС. Обучение у настоящих профессионалов поможет ребятам определиться со специализацией и адаптироваться к реальным условиям работы в IT-сфере. Технология, она базируется у нас на существующей сети публичной LTE. Обеспечиваем такими китами, небольшими устройствами студентов, которые смогут на основе этого оборудования разрабатывать уже свои датчики, которые потом, возможно, будут в повседневности во многих местах, и мы с вами будем пользоваться. Мы на это очень надеемся, что у нас талантливые студенты. Для того, чтобы молодые специалисты могли успешно реализовывать эти технологии, нужны программы, образовательные программы. И для этого необходимо создание новых лабораторий. Эти технологии сегодня только начинают внедряться в России, но в ближайшее время это технология, которая, по сути дела, поглотит все существующие технологии.